Ребята, у меня тут проблемка небольшая возникла. Я проснулся посередине ночи, потому что услышал, что у меня включился комп. Он у меня громкий, там много вентиляторов, я слышал звук, как он включался. Слава богу, что у меня всегда возле себя стоит моя камера. В шухлядке вот этой. Мне интересно, что там у меня с компом происходит. Уж это жесть какая-то. Твою мать! Почему комп включен? У меня такой вопрос. Чё? Чё? В первую очередь, как он включился? И почему у меня рабочий стол поменялся, пока... Что? Твою мать! Я забыл ее вытащить из коп... Вот кто мой комп включил, да? И вот кто его хакнул. Ладно. Сейчас будем разбираться, что это такое. Вопрос. Эта сраная флешка у меня уже начинает будить посередине ночи. Чё, покажи, кого показать? Что тут тебе... Так, сейчас подождите, дайте я флешку открою. Так, видос с предыдущей серии остался, и появился еще один видос, который также называется «Покажи». Что показать? Карта! И карта еще одна есть, которая также называется «Покажи». Мне кажется ли он меня опять троллит? Я не понимаю, что он хочет, чтобы я ему показал. Ребят, у вас есть предположение, что этот дебил хочет, чтобы я ему показал? Дайте я установлю эту карту, и мы посмотрим, что она в Майнкрафте нам хочет сказать. Потому что я пока вообще ничего не понимаю. Показать ему что-то надо. Дебилу вообще не спится, не терпится. Посреди ночи будить человека, чтобы ему что-то показать. Кого показать? Что показать? Опять дебил что-то мне при... Найди выход или покажи. Я тебе сейчас жопу свою покажу и насажу ее тебе на лицо! Что тебе показать? Крендель! Ох, это лабиринт какой-то, и здесь везде написано «покажи». Ребят, давайте перед тем, как я пойму, что этот дебил хочет от меня в этой серии, поставьте, пожалуйста, лайкусик. Я вам даю слово, как только мы с вами наберем 30 тысяч лайков, я сразу же выпущу следующую серию, поэтому все всегда зависит только от тебя. Я никогда не бросаю слова на ветер. А если ты также будешь идти ко мне навстречу, не будешь ленивой задницей, будешь всегда ставить лайки, новые серии будут выходить прям сразу же, моментально. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкусик и подпишись, пожалуйста, на канал и нажми на колокольчик. Те, кто сейчас подпишется на канал, этот маньяк с флешкой не придет к ним в гости, а я сам с ним разберусь. И как я с каждую серию обещаю, я эту флешку засуну ему так глубоко, то, что ни один хирург не сможет достать. Я... Обещаю. А сейчас подождите. Что за «покажи»? И у меня нет предположений, что он хочет, чтобы я ему показал. Или он какой-то извращенец, чтобы я ему... Эдичка ничего не показывал. И, ребят, я не знаю, честно. Подождите. Дайте, ну... Зеркало. Ага, то есть ты хочешь, чтобы я через зеркало, да, тебе что-то показал? Я тебе сейчас жопу покажу. Еще раз тебе... Да, что-то не могу пройти-то, а. Так, мне страшно, на самом деле, гулять в... Твою мать! Стефан! А ты-то тут что делаешь? Он меня так напугал, то что... Оу-о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 у-
Покажи. Так, подождите, мне это вообще не нравится. Мне это вообще не нравится. Покажи. Что пока. Да! Не-не-не-не-не-не-не-не! Куда? 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 Так, там, там Стефан был? Да, там был Стефан, и он до сих пор там. Чувак. Чувак, тебе что-то надо? Ха! Там даже бой! Зачем я вернулся?
конуса. В эту сторону мы не пойдем, значит, идем в эту сторону. Окей. Я не понимаю, что он хочет. Я не понимаю, что. А! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! В другую сторону побежали! Я не понимаю, что он хочет. Я не понимаю, что он хочет, чтобы я ему показал. Но в этом мы сегодня с вами разберемся. Ножная плита, покажи. Собака сутулая, я тебе ничего показывать не буду. Отстань от меня с этими нажимными плитами. О, выход, я нашел выход. Стоило догадаться, что эта плита меня будет убивать. Не покажу ничего, ничего. Кусок протухшего. Как редиска! Короче, редиск! Отстань от меня! Хорошо. Да! Я опять не пацаны, извините, не в тот район забежал, признаю. Надо научиться то, что вот сюда не нужно или сюда нужно бежать. Заколебался своими зеркалами, пройти невозможно. Так, окей, здесь есть что-то. Здесь ничего нет. Хорошо. Точнее, ничего хорошего, потому что я не знаю. Да заколебался своими зеркалами, мешают пройти! Выход из троллинга вот здесь. Но я еще не был в этой части, я не знаю, что тут. Я надеюсь, что где-то тут выход вообще-то есть. Но где... Нет! Ядрить тебя не туда. Опять зашел. Я тебя найду, сволочь. Я тебя найду. Я пообещал то, что я тебя найду. Ой, как я тебя найду. Я здесь был... Подождите, я здесь не был. Я здесь не был. Я не знаю, что эта плита делает, но я лучше его перепрыгну. Мне кажется, на 100% меня убьет, но... Ничего страшного, ничего. Твою мать, опять не в тот район забежал, пацаны, извините, я... он за мной бежит! Он за мной бежит! Убегаем! Подождите, вопрос, он до сих пор за мной бежал? Ладно. Твою мать, почему я опять продолжаю? Я не в те районы забегаю, а ну что ж это такое? Хорошо, здесь Стефан, но я могу... И что ты сделаешь? Он меня не видит. Окей, зеркало. Хорошая возможность скрыться от Степана. Через зеркало он меня не видит. Твою мать! Убегаем. Опять еще одна плита, перепрыгиваем. Хорошо, покажи, ничего я тебе показывать не буду, а. Что здесь? Он меня когда-то предупредил, то что если я буду читерить, мне будет очень плохо. Я, конечно, этому засранцу не верю, но лучше судьбу свою не испытывать. Там еще одна наш... Лучше судьбу свою не испытывать, поэтому я не буду читерить, потому что этот гомункул может реально разозлиться. А если он разозлится... А как мне сюда сейчас перепрыгнуть? Вот так вот. Ага, здесь я не был, здесь я еще не был. Что здесь? Здесь ничего нет, что... Здесь покажи. Я тебе ничего не буду показывать. Ничего никогда я тебе не покажу. Я не знаю, что ты здесь пря... Ну, она точно меня убьет, поэтому давайте... Твоя мама! Очень красивая женщина. Слушай, а может тут вообще ничего нет? Я не знаю... Окей, подожди. Может он меня просто троллит? Вы как бы понимаете то, что я уже 6 минут прохожу этот странный лабиринт, и я до сих пор ничего не нашел. Возможно, здесь есть выход. Пацаны, ну успокойтесь, ради бога. Возможно, здесь есть выход, но нужен ли он мне? Что он хочет? Он меня будет троллить в этом лабиринте, наверное, до тех пор, пока я ему реально что-то не покажу. Но я вообще не представляю, что он хочет, чтобы я ему показал. Ребят, что ему показать? Озабоченный человек какой-то. У меня в голову лезет только одна мысль, чтобы я ему что-то показал, но я ему ничего не буду показывать. Поэтому обломайся, чувак, я выйду из Майнкрафта и просто посмотрю этот ролик. Что там такое? Кто не видел предыдущий ролик... Надо мной есть сейчас подсказочка. Нажми, пожалуйста, посмотри, потому что в этом ролике человек сидел за мной в бассейне. Мать вашу, представляете, куда бы я ни пошел, он везде рядом со мной. Я даже не знаю, как он выглядит, потому что он настолько незаметен, а возможно, это даже не один человек. Перейди, пожалуйста, по подсказочке и посмотри предыдущий ролик, где этот человек также за мной следил. А я сейчас посмотрю этот ролик, который также называется «Покажи». Но я ему ничего показывать не буду. Давайте посмотрим.
Человек реально просто он озабоченный. А может это вы с ним сговорились? Всегда все меня упрекали, то что Эдисон показывал писюн. Я ничего не показывал! Он за мной даже в примерочных... Это уже не смешно. Он просто в любой момент может меня сфотографировать, как я голым хожу где-то, не знаю, в душе у себя... We'll be right back.